Серия «Детские фильмы». Как плохо и как хорошо. Плохо – это как не нужно поступать. Детский фильм о том, как нужно слушаться родителей с первого раза. Был красивый зимний день, и Дженнифер гуляла на улице. Дженнифер, нужно заходить и кушать. Подожди. Мама позвала Дженнифер первый раз. Но Дженнифер продолжала гулять на улице. Прошло время, и мама опять ее позвала. Дженнифер, я сказала, нужно идти кушать. Сейчас я иду. Это был уже второй раз. Уже все заканчивали кушать, и Дженнифер сестренки уже покушали. А Дженнифер так и продолжала гулять на улице. И вдруг она решила зайти домой. Она посмотрела на стол. Мам, где вся еда? Я тебя звала, а ты не приходила. Поэтому мы покушали без тебя. Девочки, сейчас дядя Вова приедет и поедет с вами в магазин. Окей. Будьте готовы. Дженнифер, заходи. Дядя Вова сейчас приедет. Окей, подожди. Опять подожди. А в это время приехал дядя Вова. И радостные девочки, которые были готовы, поехали с дядей Вовой. Привет, привет, дядя Вова! Они радостные сели в машину и поехали с дядей Вовой в магазин. Дженнифер услышала гудок машины. Мам, где девочки? Они уехали с дядей Вовой в магазин. А я? А ты будешь дома. Я тебя звала, а ты не пришла. Ты должна научиться слушаться. Мама, прости, я буду слушаться. В этом фильме снимались Ангелина, Кэти и Джанелл, Дженнифер, Вова и Аленочка поставила и сняла это видео для вас. Детки, будьте послушны родителям с первого раза, и Бог вас благословит!